Очередь команды сил света запрещать героя. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Что ж, всем еще раз привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему Рухаб. Комментировать для вас будет Good Hunt NS. Знаем, что это D2 Cell Christmas Magic. Волшебство Рождества. Да, это лига, которая запустилась, и у нее очень благие цели, скажем так. Все билеты купленные отправляются на благотворительность. Билет стоит $1. Покупая, вы отправляете его в фонд помощи голодным детям. Также $2 добавляют, если не ошибаюсь, Faceit и Dreams Media. Поэтому, если у вас есть лишний доллар, предлагаю вам отправить его на благие цели. Происходит это все, конечно, при поддержке Twitch'а и G2E, но немного о формате проведения. У нас есть две команды, огромное количество модов. Команда по одному моду вычеркивают, в итоге остается один мод. В данном случае это Captain's Draft. Второй раз подряд. Вчера мы играли три раза подряд All Random Deathmatch. Сегодня наблюдаем за Captain's Draft. Комментировать со мной будет NS. Я думаю, что вот буквально прямо сейчас магическим образом он появится. Ну или не сейчас. Но в любом случае скоро появится, да. А пока мы наблюдаем за стадией драфта. Очередь минус Найт Сталкер, Бруда, Эмбер Спирит от Крауд Нейн. Болтон Конспираси избавляются от Дума Квапы. Темпларки, ты вернулся! Я уже думал, что ты оставил меня в городом одиночестве. Вот и я подумал, что никак, и сказал, что ты сейчас придешь. Снова капитан. Да, почему-то ребята не выбирают. Я бы хотел посмотреть за Робу соло мид 1-1. Когда вся команда болеет и. Может, да, там есть мод соло 1. Соло мид 1-1. Очередь команды сил света выбирать героя. Ну и снова Бистмастер. Вчера были три подряд All Random Deathmatch. Spirit Breaker. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. И вот они, Ancient Operation, Beastmaster, Dazzle, Spirit Breaker, Алхимики. Слушай, вот вроде Captain's Draft, да, вот вроде что-то должно измениться. А ты реально смотришь, вот если сейчас убрать вот эту табличку и добавить два бана, тебе будет казаться, что ты смотришь нормальный такой смот. Джиггернаута? На самом деле, я хотел увидеть, типа, море фана. Вот Террор Блейд появляется, тоже интересно, давно его не было. Но я помню эпоху, по-любому помнишь и ты, я, правда, не знаю, играл ты в тот момент уже или завязал, когда играли Террор Блейды против НАК. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. Да-да, вот когда осталось два человека собирали Radiance, и они могли, в принципе, не сталкиваться вообще за всю игру, но осталось при этом были шестислотовые и продолжали фармить. Ну и вот он же Джиггернаут и Вичдоктор. Действительно, пик One Hero Spammer, или сейчас они названы почему-то Crowd Name, не отличается от стандартных героев. Ну, так появляется Террор Блейд, Кристал Мейден. Вроде Лондон Конспираси собираются немного повеселее играть, судя по выбору. Довольно-таки агрессивный пик. У них ярко выраженный керри есть, а вот кто у них в мид идет, я до сих пор не понимаю. Может быть, как раз таки в мид пойдет Террор Блейд? Да.
Приготовьтесь к битве. Ну, армора у него более чем достаточно, особенно если он стоит против какого-то милишника, которому надо тыкать с руки, то нормально будет ему. Посмотрим. Смоук? Может, Смоук, битва за Рошана? Мы видим Рошана на первой минуте? Слушай, какой самый веселый мод в Доте? Тридцать секунд до начала сражения. Просто привыкли уже к спортивной Доте, вот. Значит, а прикинь, раньше... Точнее, не раньше, сейчас International по драфту. Битва начинается. We'll take that. Весело не было, говорит. На-а. Шарик не подарили, обмануть. Кстати, неплохо себя чувствовать должен против алхимика. Ну, когда Acid Spray уже будет третьего там уровня, то да, Аксу еще будет неприятно подходить к крипам и так далее. Но в остальном, то тут сагрить алхимик по тонны крипов. Кстати, вышка странная, не доставала буквально сантиметрик по Аксу. Слушай, ну алхимик, как получит 6 уровень, ему в принципе по барабану будет здесь на Акса. Вообще по барабану. То есть, ну, там что-то будет крутиться, он будет это же отрегенивать ментально. Понятное дело, что не по двумя паками крипов стоит это делать, чтобы Акса случайно не закрутил, но... Чувствовать он себя должен после 6 уровня здесь неплохо. Но хпшечку нарастить надо. Так, загрил. С одним крипом собрался его заколотить. Там Бестмастер себя хорошо чувствует, но стоит большую часть времени под вышкой экспириенсом, он стоп идет, Спирит Брейкер, разгон, Баунтирон. Не получилось. Да, касок там уже нет, поэтому Спирит Брейкеру здесь сделать ничего не получится. Метаморфоза пока первого уровня, скоро будет второго, можно будет с ней и покушать. Неплохо, кстати. Понимаю, у них Террор Блейд это... Страховка такая. То есть, если игра не пойдет в агрессивное русло, и не получится так... Акс, Агар не попал, Акс. Может быть, решил, что... Раз уже один раз отдался, второй раз в ближайшее время отдаваться не будет, а там-то я уже, глядишь, четвертый получу, грейв качаю. Темка выходит... И что? И ничего. Может, решили через дазлы и второй подхил убить алхимика, типа сагрить под толпой крипов своих чужих, захилить и так далее?
А может быть... Да. Пока 1-0. One Hero. Спамер ввиду. Заряжается станчик. Есть разгоны, что сейчас на алхимика. Руны у него пытаются отжать. Да, есть руны иллюзий. Есть агар. Пошли касточки. Начинают летать по этим самым иллюзиям. Чиллин тач. Очень неприятно. Здесь может быть Аксу. Шоу. Зона так. Ну, в итоге решил, да, зовут он сейчас апает 4 уровень и апает себе грейв, и еще сейчас труднее стало перед Аксом отмазаться, потому что Акс классный такой, а грейв-то был. И он такой, ты чё? Руинер. Marked my territory. Не, ну да, убить алхимика здесь уже не выйдет, причем выпады могут быть и вдвоем там. Ну, как бы Spirit Breaker, Акс, допустим, они прибежали, они сделать ничего не могут. Потому что Spirit Breaker там апается неплохо, это здорово, он сейчас уже 5 уровень получит. Так, там проседает очень сильно Бестмастер, выжил кое-как, есть Chilling Touch, будут ли касочки, ЦМ-ка, зачем остановилась-то, получит сейчас каски. Но дальше они не пролетают, хотя по Chilling Touch им дэмэдж все равно очень неплохо залетает, топоры не достали. И даст вот такой, типа... Убил. Он твоих убил в итоге. Дабл килл. А мог бы и третьего, и этого тоже? Башню сил тьмы на нижней линии начинает пушить. Атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Тэмочка пошла входить. Летел сюда Бестмастер. Можно его пробовать сломать. Но... Не стал. Алхим. Апнул шестой, уже есть почти седьмой, качается ч... Грамотный кевка. Как? Не взлетел? Zap. No. He'll profit nothing. Или Warface? Да. Или вы там с носом? Чему кому один? Ну хвост, я говорю, забираем хвоста. Жжет мы. А мы умеем? Похоже. Это показатель, да. Слушай, ну что, топорики залетели. Не особо тут торопится Террор Блейд. Агрессировать на мастера 6 уровень ему уже дали. Но оффлейне получить, что неплохо. Там, конечно, быстрых некрачей здесь не вывозит. Поэтому какого-то пуша от А9 мы ожидать, наверное, не сможем. Ну, вообще, я не понял, почему ЦМ-ка кинула голубу в кабана, да? Ты тоже тебя это смутило немного. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. Битбрейкер. Есть разгон, в кого он бежит. Ни в кого он не бежит, он уже отменил. Ну, а вышка-то на ботами упадет. Да, фортификейшна нет. Террор Блейд, насколько мы знаем, пушер очень хороший. Собрался ПТ, а к Виллу еще больше армора, у него уже 15 единиц. С руки его здесь будет очень трудно. Ну, вот-то будут проблемы, я уверен, с этим.
Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Да, раньше там еще каст, даже тайм какой-то был, ему надо было там постоять, он в ступор уходил какой-то, нажимал это и так далее. То есть там, ну, очень трудно было скастовать ульту. Тиммейт, есть, врезались, без мастера, пошли касточки, касточки неплохо отлетают, следующие тычки сразу. Дазл, ну Дазл оттуда должен вытащить кепку, подходит сюда, накричали на СМ-ку, СМ-ка, подхил есть. Дальше хватит. Алхимик забирает очередную баунти руну, Солар Крест есть, но агрессии с Солар Крестом нет. Башни света на верхней линии атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Пошел заряжать. На самом деле по Террор Блейду это не особо ощущается. У него... Ну у него 16 армора. Это минус алхимик, кстати. Минус алхимик к медле. Куда, ульт кончился? Нет? Они давить идут, я так понимаю, они идут давить. Вроде как много народу, хотя кидается AC спрей, уже не особо хочется. Слово Джиггернаута. Барабаны, фейзы, топорик 850. 9 уровень. Омнислэш пока еще ни разу не потрачен. Нет. Может, его задача фармить? Да, но нет, не уходит он отсюда, там что еще и умный слэш был, поэтому вообще шансов у него здесь не было, наверное, скрыться. Это 3-3 на 13 минуте. Весьма пассивненько, Ярослав, очень пассивненько происходит игра. Хилов довольно-таки мало, и все они какие-то не масс-файты, вы просто какую-то цель отловили втроем и пахнули. Охим. Да и ничего ему сделать не получается. А он сейчас еще и 11-й апнет через буквально несколько экспириенса. На 13-й минуте, да? Этот пацан, если хотя бы не убивает, он умирать должен. А он и не умирает. То есть он в паблике 0-0-0 на 13-й минуте, он уже получил репортов, значит. Мы очень расстроены, на самом деле. Должна быть у зрителей и у комментаторов возможность осудить действия какого-либо игрока. Башню сил да, кстати, на самом деле ввести, типа, ну, как это называется, приз зрительских симпатий. Но, грубо говоря, чтобы
там мог выбрать лучшего игрока матча. Дело, что это всегда будет идентично бюджетом, но... Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Башня сил тьмы на верхней линии разрушена. Ну, я имею в виду то, что да, это было бы весело, это и получали бы какую-нибудь рарочку там игроки, эти, не важно. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Минус Рошан, да. Рошан убит силами тьмы. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Каски. Толкнул. Разгон. Ты посмотри, троих растолкал, до четвертого не бежал, пошел сюда. Ульт аппарата. Очень больно может быть здесь, но они успели заэвейдить. Накричали здесь на Бабинайт. Бабинайт получает грейв заранее. Еще да, но вот он слаб ультимейтом. Лопнули алхимика моментально, потому что ТП у меня не осталось. Зарубили Вич-доктора, встанет сейчас алхим, его опять загрят. Начинают его крушить, но хотя бы ультимейт успел поражать. Кидает эйсид спрей. Я сомневаюсь, что его отпустят отсюда. Через 5 секунд будет разгон, правда, фуловый снова. Багер. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Во-вторых, почему он его не прожал, да? Киллинг вард не поставил, да? Ты тоже... Ты много вопросов хочешь задать по Джиггернауту? Ну как бы... Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, в панике наверняка качал, то есть кого-то в файте убили. Решил куда-то тыкнуть в криты там или еще во что-то. Ну, в итоге видим, что видим. Придется ему сейчас апать 12-й, что поднять ультимейт. Ну, а ребята из London Conspiracy очень даже неплохо подрались. Отыграли сейчас полторашку, которую проигрывали, еще на полторашку закрепились. И 3000 за файт. Дезвар, кстати, стоит неплохой под ульт Ancient Operation, но накидал у спиртбрекера, все еще есть. Ультимейт заберут они здесь, я так понимаю, стаки, потому что снова... Так, скрутилка, да, отжали стаки. Алхимос сейчас, наверное, очень обижен. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Башня сил тьмы на центральной линии разрушена. Вдруг он собрал Solar Crest, чтобы фармить? Реакс на топе. Обзавелся вангвардом. Будет ли это Кримсон? Ну, скорее всего, это будет Кримсон. Есть смысл апать вангвард. Мне кажется, Кримсоны создали из-за того, что вангвард в какой-то момент себя изживал, а делая Кримсон гвард, он полезен, по сути, на любой минуте. Саппорты там лишние тылочки в себя питают. Ну, тип урона физический.
башню сил тьмы. Да, ну и начинается пуш топа. Всего 8-3, при этом уже будут ронять сейчас тир 2. Что там по метаморфозе? Силы тьмы укрепили свои сооружения. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Башню сил света на центральной линии. Будет ли стычка? Спиритбрейкер разогнался, уйти отсюда, наверное, не получится. Да, но еще и накричали. Сейчас замерзнет, башню поставили дедвард. Будет ли агро? Агро нет, так должен просто закрутить. А, зарубил. I said good day, sir! Башню сил света на нижней фармит. Линии атакуют. Зап! Нафига они этот Solar Crest собирают? Что с ним делать? Башню сил света на нижней линии атакуют. Может, Абиссал сразу соберет? Может, это не будет один? Ну, а так видишь, он с Solar Crest'ом уже и монеточка у него почти четвертая. Выфармил, правда, мало, но все равно топ-1 Нетворса на карте. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. А спиритбрейкер улетит. Касочки. Маледикт. Выходит ЦМ-ка. Ой-ой-ой, как больно, как больно. Так и взорвался, ведь доктор делал боль. Башню сил тьмы. Дэмэджу террор блейда. Даже не прожимая метаморфозу, сейчас крошит эту вышку. Эти цимку убивает этого клана. Вообще насильственно на весьма относится разрушена. К кабану. Мейджор Лакс, пишет Кевка. Кто на мейджоре был? Ну, разная фигня бывает. То Владимир могут и другие пацаны купить, на самом деле, когда они играют с Джиггернаутом в команде. Я понимаю, что ждать, когда его купит Вич-Доктор без айтемов или Ancient Operation, который пытается добраться до Мидаса, это очень долго, но вроде как не страдает отсутствием хила. Есть и так Healing Ward, с которым ты пока можешь выживать, потому что на лесной фарм рассчитывает, а почему не мом? Ну, пока выглядит все так, что Лондон Конспираси совсем скоро пойдут забирать еще одного Рошана и пойдут толкать. Мне вообще-то кажется, что Террор Блейда здесь остановить будет очень трудно. Он сейчас доберется до Монтестайла, у него будет куча ХП, у него будет куча армора, у него за спиной будет Дазл с медалью, который, кстати, может сейчас уже Solar Crest приобрести себе. И вот он, Алхимик, с Рейденсом на 22-й минуте. Конечно, здорово. Не, но миссы это всегда хорошо. То есть, как бы, промахи от Террор Блейда это здорово, но Акс-то крутилкой не промахивается, насколько я знаю.
А жаль. Так мы уже это обсуждали, да, это на самом деле так глупо, то есть я хочу, например, знать, сколько у Мартыры будет шанс мисс, если я соберу Рэдианс и Баттерфляй. Это же не трудно указать, по сути, ну, башня есть же формула, она высчитывает, почему бы ее просто не вывести на экран. Вот он, Вич-доктор, отставился. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Чего? Башню сил света на центральной линии атакуют. А, целых. Ну, может быть. На борту. По что, висит спрей? Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Ай, вышка упала моментально. Бегайтесь, алхимос. Ну, у него выживаемости много, у него много армора, но дэмэдж это с руки 150, это как бы полностью нивелируется террорблейдом с его 21 армора, 400 хп и возможностью ультимейтом свапнуть. Кстати, контролит. Хватит, в принципе, вестмастер есть с криком. Иллюзион. Зап. Джиггернаут помансил там, за вышками спрятался. Начинает рубить перед брейкер, это только ульту на него не юзай. То есть ты думаешь, что настоящий Спирит Брейкер не стал бы забирать Баунти Руну, а просто ее сломал? Не стал нажимать Shadow Blade, который у него лежит в инвентаре? Сейчас я его просто сломаю, смотри. Взрываю. Раз, два, три. Парился. Взорвал. Иллюзию взорвал. Не, ну подожди, можно купить соу бустер. Кстати, да, аппарат или Вич-доктор, это очень даже, здесь могут эти ребята и без него выиграть, по сути. Заход на Рошанчика. Solar Quest есть у Дазла. Подходит сюда Акс, подходит Сэмка, сбить бы Рошанчику каким-то чудом линку, и можно было в холл его поставить. О, уронили птичку, закидывается Сид Спрей, пошел разгон, врезаются в Алхимоса, будет ультимейт, ультимейт Вич-доктора, Вич-доктора надо просто затолкать, и два баша подряд продает к нему Свитбрейкер, Новый год кастует Сэмка, живет, пока там все это время дазл, отхилился, кучу урон нанес, вот уронил. Мужчина, на самом деле, Акс-то, Аксу бы сагрить. Слушай, а Рошанчик не забрали? В итоге 2 в 3, если не ошибаюсь, это размен, ведь доктор на 3. Ну так это сильный бонус ДК-9. Рошан убит силами тьмы. Башню сил света на верхней линии атакует. Ну и вот он Эгис для Джиггернаута, и у него уже готовы Си, если он захочет. Алхимик сейчас может тоже себе что-то купить, 3700, и что на руках. Он весьма богатый молодой человек.
разгон на Джаггернаут, надо быть аккуратнее, потому что этот таргет сейчас не такой уж и простой. Вот она Сия. Не, на самом деле Тараска, а чё нет, Тарасочка нормально ходит. Вот здесь будет просто танковать, идти и танковать лицом, пока Ancient Operation и Switch Doctor будут разваливать. Ну да, ну блин, Ярослав, у вас опыта побольше. Они-то ошибаться. То есть смотрят, думают, да вот здесь, наверное, лучше будет сейчас Solar Crest, я их загангую. Потом понимают, что загангать не получилось. Приходится собирать Рейденс, чтобы пофармил с Рейденсом. Блин, что-то убили в файте, надо Тарасочку. Ну и... Это, кстати, логично, то есть он не начинает решать проблему наперед. Вот по мере поступления. Убили, надо ХП. Надо пофармить, надо Radiance. Хочу убить, надо Solar Crest. Да. Abyssal Blade и Коза. Он не сильно обгоняет по нетворсам Террорблейда. Террорблейд себя тоже великолепно чувствует на данный момент. Собрался уже Point Booster Ultimate Torp. Совсем скоро будет Скади. Вот со Скадью его будет еще труднее остановить. Спирит Брейкер, ты посмотри на него, жучара. Он уже Огрклаб, Шадоу Блейд, 1300 на руках. Сейчас так до БКВХ какой-то доберется. Ну, может, типа, хочет нажимать БКБ рейд-кликом в результат какого-то Вич-доктора, что там ни каски, ничего подобного не мешало. Да, на него, конечно, всегда могут накричать, но если он крик в себя заберет, это уже, считаем, Mission Complete. Машин сил света на нижней линии атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Башню сил света на нижней линии атакуют. Башня сил света на нижней линии разрушена. А может, алхимик, кстати, играет на развод, знаешь так? То есть ты собираешь Solar Crest, и команда противника, ага, собираются давить, там агрессия и так далее. О, хоп, Radiance, думаешь, блин, фармить пошел, зараза. Оп, Тараска. Башню сил света на нижней линии атакуют. Вот, видишь, тут алхимост играет просто наперед немного. Не такой уж он простой пацан. Сверхразум, да. Ну и Джаггер уже 17-й, 2400. Давай сейчас какую-то МКБшечку для Abyssal Blade, чтобы не давать свапаться ХП Террор Блейду. И второй Abyssal сразу же от алхимика. Два топора на голову и ГББ. Все просто. Тут простая игра. Оп, накричали на Дазла. Не крочи. Таксу будет идти на самом деле. У него топаут есть, Даггер тоже есть, поэтому он должен спастись. Ты что, в Вич Доктор ворвался? А ты его заберешь ли под крип? Касочки, хил, маледикт. Иллюзион. Так, стакулейтед. Потому что ему нечем сбивать, можно и побоковать. Оп! Видишь, гиперстоун.
Скоро Кирас появится. А Кирас у нас под что? Правильно, под Джиггернаут. Он сейчас такой возьмет и Мьёльнир соберет. Между... Ну, Алхимоса им не убить, да. Блин, иллюзия Алхимоса ведь свою команду будет выжигать. Что на ботами такое количество крипов сейчас заваливается на хайграунд. Рад. Башню сил света на верхней. Но он решил, что он справится. Акс, поджог, пошла Шива. Будет ли Агр? Есть Агр, будет ли Новый год от ЦМ-ки? Второй левел уже есть. Он мне слышит, пошел, уходит полностью в Кримсон Гвардову. Уронили они в итоге барак. Пытается укрутиться отсюда Джиггернаут, погибает в это время. А Алхимос, у Алхимоса нет байбека. А это плохо, потому что такой пацан, как Террор Блейд, может в базы и не уйти. На нижней линии разрушены. Нет, уходит, смотри-ка. Они обламывают нас. Я говорю, что он не будет делать, он делает наоборот. Да, ну посмотрим, что дальше будет делать Джаггер. 4000 на руках. Тут минус одна сторона уже есть. В теории могут дождаться отката метаморфозы. Ну и прилетит сейчас Бабинайту, я так понимаю, Баттерфляй, который он хочет собрать. А вот дальше Джаггернаут вообще плохо. Ему очень надо сейчас добираться до МКБ тогда. Ну то есть, либо Battle Fury, как ты говоришь, либо МКБ. Convention Operation въехали. Просто тоже опять лопнуло. Треча. Акс. Сагрил. Есть Шива. Продолжает крутиться. Не крочить, по-моему, зря. Могут ведь закрутить. А ладно, конечно, не хватит. Но ультимейт это бонус. Зарубили первого. Глиммер. Акс вообще, по-моему, не чувствует всю эту фигню. Есть колба. А, добирается спиритбрейкер до Вич Доктора, Маледикт мимо, подходит сюда Террор Блейд, пошел Слоу, ну и на этом все. Могут попушить, могут спокойно попушить, от некрочей избавились, метаморфозы есть, Манта Стайл есть. Мейл Шторм появляется у Джиггернаута. Всех переиграл. Оп, Вакса. Цемка под Фьюри, Глиммер помогает выжить, зажимают ее в угол, Цемка все еще выживает. Будет ли у нее колба по Джиггернаут, форстафом толкнули, подцепили Джиггернаут, спанул Джиггернаут, еще и Новый год, и минус Джиггернаут. А еще Алхимика подцепили, Акс Агром не дотянулся, под Скади уйти вообще не может. Где Тараска? Оп, Джиггернаут. Пытается уйти здесь Вич Доктор, тоже взорвали, тоже после байбека, минус иншит оперейшн. Какие там плюхи залетают, на самом деле. Истинный разгон будет через 2 секунды, БКБ уже откатилась у Кевки, и Алхимос отсюда тоже не уходит. Solar Crest, Nerd грызть, таки минус 5, ультра килл от Бабинайта. Можно писать ГГВП, да, так и происходит, пишет Бисмастер. ГГВП 24-8, ну, весьма однокалиточно, кроме драки на Рошане. Победили. Она вроде как вселила какую-то надежду, мол, ребят, сейчас что-то еще будет, а потом... Арян. Вот еще пеликан 0-2-3, кстати. Три ассиста Ancient Operation за всю игру, это как-то маловато. Хотя у них всего 8 килл. По какой-то причине ты так нивелировал слово, он плохой игрок, ты сказал, по какой-то...